Друзья, сегодня мы вас удивим секретом драников, которые не синеют, когда их жарят. Приготовленный картофель натрите на терке, а потом добавьте все необходимые составляющие – соль, соду, яйцо, муку. И вот он наш секрет. Чтобы драники не темнели, когда их жаришь, добавьте сметану. И вот они жарятся и совсем не темнеют. Жарим их до золотистой корочки. Посмотрите, какие они аппетитные. Друзья, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Спасибо за просмотр. Приятного аппетита!